Не знаю, думаю, отмена роуминга очень хорошая. Мы по командировкам ездим, иначе очень дорого телефон обходится разговаривать. Ну, положительно относится к отмене роуминга. А готовы платить большую цену? Ну, посмотрим, если будет повышение, то не готовы. А кто? Никто, наверное, не готов чужую связь оплачивать. Ну, будем платить, значит, придется, не знаю. Даже не задумывались еще над этим вопросом как-то. Я думаю, что не должно цены подняться. А почему? Ну, потому что так должно быть, чтобы меньше было. Роуминг, давно пора отменить. Ну, вот на данный момент у меня супруг находится в другом городе, там, соответственно, роуминг, то звонки осуществляю я ему, а не он мне. Или же фейстайм, ну, видеозвонок. Я часто по России езжу, поэтому мне лучше так, чем роуминг оплачивать. Я думаю, что да, так оно и будет, скорее всего. Что? Да. Процентов на 40 повысится. Ну, во-первых, это только мнение, я надеюсь, этого не произойдет. Но с одной стороны, а с другой стороны, ведь все операторы, эти компании, которые занимаются сотовой связи, они так получают огромные деньги, поэтому, я думаю, не будет им в ущерб, если они откажутся просто от роуминга в ущерб себе, а не в ущерб простому человеку. Поэтому, я надеюсь, это ни к чему никому удорожанию не приведет, а только просто, наоборот, к облегчению нашей связи по всей нашей стране.